Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения Василия Николаева. Доктор технических наук, профессор. Он известен своим вкладом в развитие газовой индустрии страны. А еще он патриот Чувашии, соавтор многих научных трудов по истории родного края. Работа на известном нефтехимическом комбинате в Башкирии, строительство, а потом и руководство гелиевым заводом в Оренбурге – вот основные вехи его трудового пути. Признание Василия Николаева как ученого-исследователя в области гуманитарных наук состоялось чуть позже, когда он вплотную занялся историей чувашского народа. Сегодня об этом вспоминали его единомышленники, друзья. Цветы к подножию – дань памяти академику. Воспоминания продолжились в кабинете музея ученого. Он открылся несколько лет назад в помещении Фонда историко-культурологических исследований имени Константина Иванова. Там хранятся его работы в области истории Чувашии, национального костюма. По случаю его 75-летия в Чувашском государственном художественном музее готовится выставка «Василий Николаев. Патриот, ученый, личность».